Это вход в подъезд у нас. Это вход на второй этаж. Вот площадка. Четыре квартиры. Так, мы вошли. И вот две комнаты. Первая и вторая соседская. Так, в самой комнате тепло, хорошо, окна во двор. Батарея хорошая стоит, нужно перекрыть. Диван, кресло. Тут у нас шкаф, вешалка для одежды, столик, телевизор работает, люстра. Дверь закрывается, комната закрывается на ключ. И дальше пошла кухня. На кухне чайник, микроволновка, холодильник. Тоже евроокно. Вот кухонный гарнитур, плита. Здесь у нас санузел, туалет. Стиралка работает, ванна. И здесь у нас коридор. Тут можно взять вентилятор, ковер есть, столик еще один есть. Можно к себе в комнату принести. Вот такая вот комната. Сосед хороший, человек без вредных привычек. Живет уже давно.